Всем привет, друзья! Это я, Артур. И сегодня мы поговорим, кто такой Кирби. Да, Кирби это шарик и просто ручки. Как же народился Кирби и история? Ну, во-первых, Кирби был создан для NES, и это была игра для начинающих, чтобы люди могли разбиваться, играть в нее. Ну что ж, а теперь поговорим о самом рождении Кирби. Кирби народився так. Спочатку появився портал. Потім з этого портала виплюнувся чорна дыра, но потім эта чорна дыра образовалась в красный оттенок. И потім, когда он упал на землю, тоді Кирби услышав, что его назвали Кирби. Вот так. Тебя назовут Кирби. Ну и первая игра вышла на Game Boy. Ну, естественно, на Game Boy, значит, первый Кирби мог только засасывать врагов и выплевывать. Но когда прошло много лет, эту идею отдали Nintendo. Ну и естественно. Теперь Кирби преобразовал цвет, и появилась новая игра Kirby Adventure. Ну, вы уже когда-то слышали о такой игре. Если не слышали, то слушайте. В этой игре теперь можно засылать героев, и из них можно получать бусты. Ну, например, как вы видите на этом видео, здесь есть парк, ну и тому подобное. Деяких не... Чтобы это сделать, для этого нужно взять его и прокопнуть. И тогда у вас появится эта суперсила. Что можно еще сказать? А теперь можно еще сказать. Ну и вроде бы вот так народився Кирби. Дальше. Ну, что можно еще дальше сказать? Вот и все. Кому понравилось видео и вы хотите продолжение, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Артур. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.